Ага, Дэн, смотри еще. Да мне просто нравится эта тема, блядь, про мониторы. Короче, я паспорт достал, ну, который пришел вместе с моими колонками. Ну, здесь он сразу, вот, короче, под все. И смотри про ЧХ сейчас, подожди. Подогоди. Сейчас отлистаем тут в конце ЧХ. Вот. Сори, сори. Не знаю, у меня макросъемка-то снимает, не снимает. И зырим. Вот. И ЧС 8, смотри, АЧХ какая. Вот дальше мои идут, видишь, тут возле килогерца такая штука. То есть семерки хуже, чем восьмерки, вот, ну видно сразу. Восьмерки прямее. Дальше идет пятеры, но это сабвуфер. Но это мало о чем говорит. То есть вот 3 АЧХ и заметьте, восьмеры насколько стабильнее. Да, еще бы руки не тряслись от злости, но... Так что, как бы, стоит того. Такая фигня. Ну, и как бы дело же не только в АЧХ, которая вот нарисована. Это там, видимо, все равно измерительными микрофонами было сделано. Ну, как сама... Ну, этому можно верить, конечно. Но смотри, ну, твоя комната, да, как и моя, все равно попытается тебе испортить жизнь. Как бы, ну, внося свои, как бы, там, коррективы. Но отражения же от стен будут, по-любому. То есть, как бы колонки нужно правильно расставить. Ну, желательно делать по технологии стелс. Ну, типа, чтобы не отражались они там, как бы угол. То есть, ставишь колонку посередине комнаты, а от стены ровно отскочит обратно в нее же. То есть, делаешь все под странными углами. Ну, по числам Фибоначчи, по золотому сечению. Ну, то есть, делаешь некратные вещи какие-то. Вот, ну и тогда, ну да, что-то нужно прилепить на стены. Можно отступить, конечно, по 10 сантиметров от стены, потом повешать гипсокартон, потом туда пирамиду повешать, ну, поролон. Да, тогда будет еще лучше, но тогда будет негде жить. Но я имею в виду наши хаты на данном этапе пока что, как бы да. Так что это тоже стоит учитывать. Можно купить себе там байерфуты там за полляма. И поставить их в хрущевку, и ни хрена счастья не будет. Так что как бы... Ну печально, печально, что сделаешь.